Всем привет! Надеюсь, зрители меня простят за творческий бардак в мастерской. Работы перед Новым годом было очень много, поэтому не то что поубирать, а даже обрадовать вас новым видео было некогда. Ну, надеюсь, в следующем году я смогу наверстать это. Кроме того, я приготовил один небольшой сюрприз, но об этом вы узнаете позже. О чем я хочу сказать сейчас? Ну, прежде всего, хочу сказать большое спасибо всем моим зрителям. Всем, кто комментировал мои видео, задавал вопросы, критиковал, оставил лайки и дизлайки. Благодаря вам мой канал становился лучше и интересней. Вас у меня уже 26 тысяч. Это довольно-таки большая веха. И мне приятно, что все это время я смог давать вам интересные видео, раз вы смотрите меня. На канале уже 7,5 миллионов просмотров. И раз подписываетесь. Поэтому я буду стараться и в следующем году делать так, чтобы было интересно. Еще хочу сказать спасибо всем моим коллегам, нашей группе «Цех», с которой мы начали в прошлом году вести. Ну, я говорю в прошлом, потому что год уже практически подошел к концу. В некоторых часовых поясах уже встретили Новый год. Так вот, хочу сказать спасибо своим коллегам, группе «Цех», с которыми мы начали вести конференции. Эту традицию мы будем продолжать и в следующем году. Я думаю, будет еще много интересного. Ну вот, такое вот поздравление с Новым годом получается. Ну что, пора наливать, встречать Новый год и провожать старый. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!